Вот опять у нас кубанское утро. Помидоры собрали. Я мою и мою, чищу и чищу, а папка носит и носит, собирает и собирает. Вот такой вот у нас сегодня урожай. Сегодня будем делать сок, потому что больше не знаем, как с ним бороться, с этим урожаем. Всем привет! Ну вот, перебрали мы наши помидоры, сегодняшний урожай. В общем, что-то отложили на еду, пузату хату, самые вкусные. Ну и остальные опять мы будем делать сок. Но сегодня мы решили делать сок вот при помощи такой штуки. Это такая советская соковыжималка Салют. Кто знает, мы делали яблочный сок. Для яблочного сока она просто идеальна. Но мы так устали жать наши помидоры вот, тем способом, к которому мы привыкли. У нас даже есть, кстати, видео старенькое, как мы делали раньше томатный сок. И также мы его делали 3 дня назад. Но сегодня мы вот взяли все-таки у папы его соковыжималку и хотим испробовать ее на помидорах, потому что сил больше нет. В общем, знаете что? В ней нужно снять, для того, чтобы делать именно томатный сок, с нее нужно снять вот эту вот сеточку. Вот эту вот сеточку нужно вытащить. И сейчас мы будем пробовать, посмотрим, как получится у нас. Ну, вообще говорят, что должна она работать и на томатный сок. Будем его в кастрюльку. Ну и начнем. Так, включаем. Она такая громкая, она так громко вибрирует. Мы всегда делали на улице, на веранде. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, как это Я просто не понимаю, почему мы 2 года даем сок вручную, имея вот эту штуку. Они все не хотели испробовать ее на помидорах. Да это просто супер. Посмотри, там ничего не осталось. Вообще ничего. Открывай. Да я ж не открою, я не смогу ее открыть. Но сейчас попробую. Это фантастика. Ты посмотри. Она выжила просто вообще. Не осталось помидоров. Обалдеть. И осталось без томатной пасты. Ужас, нифига себе, как классно. Супер, так что мы сейчас очень-очень быстро все это переработаем. Так, надо снять это сейчас, помыть, да? Рукой мы снимаем. Рукой снимаем? Вот это. А, я наоборот сюда бросила. А, ну отсюда-то она улетит. Мы все думали, что семечки эти попадут. То есть, как бы, что в соке будут семечки. Ну, это вообще, это фантастика. Мы сейчас так быстро разделаемся с помидорами. А так, знаете, у нас на эти 4-5 ящиков уходит реально целый день. Жмешь, жмешь, давишь, давишь. Блендером мы измельчаем, кто наше видео не смотрел, а потом через лен давим. И еще причем несколько раз. А тут просто 1 минута, и сколько эта кастрюлька? Больше 3 литров сока. Ну все, будем продолжать.
В общем, мы как помидоры-то готовили? Просто обрезали эту вот в сердцевинку, да? Но она так сильно вибрирует, я все-таки большие вот порежу. Яблоки, ну, в принципе, у нас такие на сок всегда шли маленькие яблочки, и мы их никогда не резали. Но помидоры вроде мягкие, но я попробую сейчас все-таки такие, которые большие, все-таки их порежем. Ну что, второй запуск? Следующая порция сока, ну, в общем, это вообще, это безотходное производство, это просто супер. Никаких семечек, видите, вот кастрюля, никаких ни семечек, ничего туда не попадает. То есть мы сейчас очень-очень быстро разгребемся с этими помидорами. А, кстати, что я хотела сказать, у меня же от помидоров остается очень много вот этого вот жмыха, да, я его... Раньше протирала еще через сито и делала томатную пасту, да, то теперь, ну, это вот вообще, это ящик помидор, это ящик помидор. Так что все, пошли дальше. Сейчас я возьму сразу сюда следующую кастрюльку. Ну, вот эту пока маленькую возьму. И что хочу сказать, не знаю, почему мы ее не использовали для помидор, а использовали только для яблок. И мы ее покупали за 6 тысяч, да? За 6 тысяч. И для чего за 30-40 тысяч, если вот можно спокойно этой советской пользоваться. Все замечательно, будем продолжать. Кстати, чтобы она так сильно не вибрировала, производители вообще рекомендуют коврик под нее резиновый подкладывать, и вот она тогда не будет. Но мы, поскольку делали всегда на улице яблоки, на веранде, мы как бы об этом коврике не задумывались. Но сейчас я ее так немножко придерживаю. Но не скажу, что очень сильно вибрирует. Если вот ложить порезанные помидоры, то нормально. Ну все, продолжаем. Ну вот все, мы закончили. В общем, супер машина. Не надо точно люди тратить деньги 30 тысяч, 40 тысяч на эти Боши. 6 тысяч, салют, замечательно. Ну, вибрация, чё вибрация? Вибрация на улице, да, как бы не особо замечали, да? Ну, в общем, ну, я немножко обрызганная в помидорчиках. Это вот когда лоб кладёшь, да, крышку открываешь, получается, и как бы раз-раз резко это, вылетает. Ну, так приспосабливаешься нормально. Ну, немножко обрызгались, ну, вот видишь, стол такой, немножко бардачок. Зато мы сделали это за 40 минут, да, больше 4 ящиков, они были огромные с горой, вот, ящики. Мы сделали вот этот у нас целый бак получился сока и вот целая кастрюля. Сейчас что мы делаем? Ну и вот жмыха, вот вообще, вот посмотрите капелька, я вам потом покажу, сколько мы сделали сока в тот раз из 4 ящиков и сколько у меня получилось вот этого жмыха. И что я с ним делаю, тоже, кстати, могу рассказать. В общем, получается, сок мы сейчас просто ставим кипятиться. Ничего абсолютно мы туда не добавляем, просто когда закипит, снимаем пенку. И кипятится он всего лишь 10-15 минут, и все. В это время мы сейчас будем мыть банки, стерилизовать крышки, и затем разольем по баночкам. Что я делаю с этим? Раньше я мучилась и из этого через сито перетирала томатную пасту. Теперь я ничего с этим не делаю, я прям вот так вот ставлю это на плиту. Оно у меня также закипит, ничего не прилипает идеально. Оно у меня закипит и 15 минут покипит.
И также в стерилизованной банке ничего не добавляя, только наверх в этой баночке я ложу ложечку соли. Это отличная штука для супа. То есть раз банку в суп, в борщ, это просто супер. И хранится также все при комнатной температуре. Все, будем кипятить. Вот греется наш сок. И вот эту вот пенку мы снимаем. Я ее просто отдаю курочкам. Кашу варю. Очень замечательно. То есть как бы вот эта пенка, она вот не кипает. И ее снимаем. Не так ее и много приходится снимать. Просто вот эту именно самую густую. А вот это вот жмых. Вот он уже закипает. Видите, то есть это как бы, я называю это ленивая томатная паста. Вот люди, правда, ничем не отличаются. Вот ничем не отличаются. Суп, на пиццу мажем, куда только не используем. Вот она уже закипает, сейчас 10-15 минут покипит и по баночкам стерилизована. Ну вот все, столько сока у нас получилось, ай, горяченько. В общем, 20 литров соку, 6 трехлитровых баночек, 1 двухлитровая. И вот 4 баночки вот таких вот заправочек для супа. Ну все, всем тепла, здоровья, хороших урожаев, сил в переработке. Счастливо, до новых встреч!